Можно ли братьям и сестрам находиться в одних группах? Допустим, помощь мухаджирам и так далее. Объединенная группа. Группа, может быть, WhatsApp имеет в виду, или в Телеграме, одной группе быть. Если такой шариатский полезный группа, если есть, быть там, сказать харам невозможно. Но человек должен всегда придерживаться, не уединяться, например, и стараться отходить от соблазна подальше. Харам сказать не можем, если группа там не происходит харамное и не обсуждается харамное. Более, как она говорит, помощь для муджахидов или чем-то для созданной группы, там находиться с сестрами и братьями в одной группе нет запрета, но советы лучше будет одной и той же группы, отдельно для сестер, отдельно для... это будет лучше и хорошо. Но харам или нет, конечно, не харам.